непривычно видеть эти места пустыми. Вспомни, как каждый день здесь собирались люди, чувствовалась эмоция, смех, разговоры, улыбки. Вспомните, как каждый день здесь родители ждали своих детей с тренировки. Ученики прямо здесь отрабатывали связки, готовились к выступлениям, к чемпионатам. Админчики встречали каждого ученика и родителя с улыбкой и радостью. А педагоги обсуждали идеи и постановки гениальных номеров и хореографий. Здесь мы создавали программы для развития танцевальных и личностных навыков у наших учеников. Здесь знакомились друг с другом родители. Здесь рождались идеи. Здесь проходили уроки, мастер-классы, постановка номеров, отработка. И вся команда All Stars поднимала свой уровень, level up. Именно здесь зарождались знакомства, которые потом перерастали в отношения, из которых получались встречания, свадьбы и рождение детей. Так получилось, что больше чем 2 месяца мы с вами виделись только в онлайне. Но All Stars – это не только зеркала, стены, залы, коридоры. All Stars в первую очередь – это люди, это отношения, это любовь, это те ценности, которые мы передаем друг другу, передаем нашим ученикам. Сейчас было время, когда эти ценности проверялись на прочность. И я невероятно счастлив, что эти ценности, то, что мы передаем в All Stars, они прошли проверку прочности. Я был счастлив видеть, как мы поддерживали друг друга, как педагоги поддерживали учеников и родителей, как ученики писали педагогам, как мы все, как одна команда, друг за друга, сообщения, смс-ки, улыбки. Именно вот так вот, я считаю, и должна проходить кризис любая команда, в которой ценности – это основа. Именно благодаря вам, любимые ученики, родители, команда, здесь все наполняется энергией и движется вперед. Школа без вас пуста. Любимые ученики, вы представляете, как всей команде без вас скучно. Мы невероятно ждем встречи с каждым из вас, и мы ждем, когда здесь все снова наполнится атмосферой, танцами, смехом, улыбками и любовью. Любовью к танцам, друг к другу и к тому, что мы делаем. Ваш All Stars Dance Center.